Каспийске у памятника обелиска «Скорбящая мать» состоялась акция в поддержку солдат специальной военной операции. К данной акции присоединились представители администрации города, воспитанники образовательных учреждений Каспийска и многие другие. Началось мероприятие с гимна Российской Федерации и выступления юных дарований Дома детского творчества. Основная цель таких мероприятий – это воспитание патриотического духа подрастающего поколения, которым необходимо знать своих героев. Отметим, что организатором акции выступила заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска от партии КПРФ Аза Алиева. Мы молимся за них, мы ждем их с победой домой. И им очень нужна такая поддержка с нашей стороны. С Каспийска очень много собрали гуманитарного груза в Ихатке и в других городах и отправляют с первого дня спецоперации по настоящее время, и такая акция продолжается. И все, кто желают принять участие в этой акции, могут к нам обратиться. Мы гуманитарный груз отправляем на передовую. Кроме того, в мероприятии также приняли участие председатель собрания депутатов Абдулвахид Джаватов, заместитель главы города Руслан Учакаев, председатель Совета ветеранов Магомед Арип Якубов, военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев и многие другие. Мы за спиной наших ребят, муфтулу всячески поддерживаем наших ребят. И пока у нас есть вот такие девочки, которые пели как Катюша и про дедушку, и пока есть у нас такие ребята, вот, которые прошли с полной грудью медалей, врагу нас не победить. Мы обязательно одержим победу. И пусть ребята знают, что весь Каспийск, весь Дагестан стоит в тылу, поддерживая их. Завершилось мероприятие общим фото и пожеланиями нашим солдатам, которые находятся сейчас на территории специальной военной операции.